Вход на участок – визитная карточка его владельца, поэтому оформлять его необходимо с особой тщательностью. И здесь уже никак не обойтись без ярких летников, цветущих с весны до поздней осени, на клумбах, в горшках, в подвесных кашпо, в вазах. Яркие лианы всегда эффектны на фоне стены дома. Беспроигрышный вариант – присутствие в оформлении вечно зеленых растений – туй, можжевельников, кипарисов и других растений. Благодаря им участок живописен в течение всех сезонов, и весной, и летом, и осенью, и зимой. Особую выразительность саду придает топиарная стрижка растений и стриженная живая изгородь. Высаженные при входе наполняют сад божественным ароматом. Топиарная стрижка органично смотрится и в современном саду.